18 апреля 2016 года на рынке электронных средств массовой информации появился новый игрок – телеканал 77TV. И сегодня, спустя всего 5 лет, он вполне узнаваем не только среди жамбылцев, но и на всем медийном пространстве нашей большой страны. За это время канал нашел свой путь к сердцам зрителей. Конечно, нас это радует. Работа на телевидении – целое искусство, которое во многом зависит от слаженности творческого коллектива, его идей, креатива и амбициозности. Свой творческий потенциал телеканал продемонстрировал уже с первых дней вещания. Помимо новостных выпусков, телеканал уже с первых дней своего существования приступил к производству собственного контента. Считаю, что за 5 лет телеканал обрел своего постоянного зрителя и стал вполне узнаваемым на рынке электронных средств массовой информации. И сейчас есть продвинутая молодежь, я считаю, которая по плечу оперативно и качественно доносить информацию до телезрителя. Есть целая плеяда у нас режиссеров, операторов, дизайнеров, монтажеров, инженеров, готовых ради хорошей картинки пожертвовать многим. Телеканал всегда откликается на все события, происходящие в нашей области, и протягивает руку помощи нуждающимся участием в различных благотворительных акциях. В дни нашего юбилея свои праздничные поздравления присылают представители различных организаций и ведомств, работающие с телеканалом в тесной связке. Среди них и наши бывшие коллеги, работающие по профессии уже на республиканском уровне. От всей души поздравляю телеканал 77TV с 5-летним юбилеем. За эти годы он добился немалых высот, захватил сердца и внимание телезрителей, ворвавшись в бурный информационный поток своими социальными передачами и новостями на острые темы. 77TV выпустил множество журналистов, которые начинали свои первые шаги в этой сфере. Все это, конечно же, благодаря бесценному опыту шеф-редакторов и директоров телеканала, в частности, человека с 35-летним опытом Куляшты Шаевны, бывшего директора Зарины Пердебековны. Именно эти люди научили основным тонкостям и азам профессии мастера микрофона. Отрадно, что сейчас коллектив не теряет ту высокую планку, которую они поставили перед собой, когда канал был создан. У него есть свой постоянный зритель, узнаваем не только в регионе, но и за его пределами. Не отстает телеканал и от новых вияний. Имея свое информационное агентство 77 News KZ, оно служит хорошим помощником и подспорьем для обратной связи с населением. Все, чем живет народ, какие проблемы испытывает, мы узнаем в переписке с ними. Потому популярностью у телезрителя пользуется передача «Народ и власть». От имени коллектива газеты «Знамя труда» сердечно поздравляю своих коллег, журналистов телеканала 77 с 5-летним юбилеем. Канал завоевал популярность среди телезрителей области своими актуальными материалами, злободневными сюжетами. Я желаю телеканалу дальнейшей плодотворной работы. На дворе 21 век, век цифрового телевидения, и канал идет в ногу со временем. Наши студии оборудованы современной техникой, камерами последнего образца, монтажными столами, звукорежиссерскими пультами. Не будет преувеличением сказать, что работы наших дизайнеров, в числе которых и рекламные ролики, ничем не уступают центральным каналам по качеству и картинке. За 5 лет достигнуто немало. Несмотря на это, перед нами стоят большие планы. Молодой, амбициозный коллектив 77TV готов покорять новые вершины. С праздником, дорогой канал! Канал с юбилеем. Дана Самат, Куляш Умурзакова, Нурбол Кастаубек, 77 News.